Друзья, доброе утро, добрый день, доброй ночи. Сегодня мы продолжаем проходить The Forest. Ребята, всем здравствуйте. Хорошего всем просмотра. Да, мы проходим The Forest. Построили хибарку, в прошлой серии на нас напали эти аборигуны. И сломали гады просто забор, сломали который мы забор. Так потели, строили. Мы хотим в этой серии изведать локацию, пройтись, посмотреть. Давайте пробежимся, вообще да, чекнем, что где вообще... как, чтобы... понимать. Да, просто с каждым днем, как вы говорили нам в комментариях, аборигенов все больше и больше, а мы знаем о острове все меньше и меньше, нужно хотя бы разузнать, посмотреть, что там есть. Да, так что я предлагаю сразу врываться вот так вот напрямую. Битька, ну пещеру мы чекнули, пока да, рано. Да, пещер, говорят, что, ну не говорят, а вообще, типа, пещер очень много, вот, но нам в них лучше не заходить. Пока да, пока да. Так что, ребят, сейчас пробежимся, посмотрим, какие-то жесткие моменты. Обязательно покажем, просто беготню не знаю. Да, ну и, ребят, также на будущее, в следующей серии, что мы будем делать, рассказывать? Да, ребята, вообще, в следующей серии мы планируем поставить дом на дереве. Мы уже прикинули, что где как, но мы думаем, мы сейчас в замешательстве, дом на дереве или дом на воде? Да, просто на дом на дереве, в теории, ну они же типа лазают по деревьям, мне кажется, да, что это не да, особо безопасно. Да, это может быть на воде, они к воде не подходят. То есть, ребят, что делаем? В комментариях пишите, что нам строить, дом на дереве или дом на воде? Да, реально интересно ваше мнение, и, ребят, мнение такое, знаете, чтобы реально нам его не разрушили, как этот дом, который мы сейчас начали строить, чтобы все было максимально безопасно и максимально прикольно, и вам нравилось. Так что, ребят, все, давайте. Кастрюля. Зависит от вас. Принимайте такое же участие, как и мы. Да, кстати, кастрюля, это да, хорошо. Да, да. Типа, ой, можно... и спальник какой-то еще тут. Тут сохраниться можно. Прямо а давай сохранимся по приколу. Тут? Мы же все равно будем бегать, изведывать пока. Да, давай без проблем. А, типа, чем? Можно на каждой контрольной точке сохраниться и просто, типа... Иди сюда, скотыняка. Ты глянь, что они делают. Это что такое вообще? Что они Боже, делают? Боже, две головы. А их можно... О, Готово. А, это череп, костя, ткань, веревки. Вот ткань это важная тема. Да, окей. А мы видели, ребят, сдалека гору. Вот очень да. интересный вопрос. Это гора визуал, либо это, ну, реально можно зайти на нее? Существующая. Ну, посмотрим. Сейчас главное изведать вообще все, что происходит, потому что, ну, не знать, что как... Мне, кстати, интересно, тут карта вообще есть? Как помечать? Карта есть. Карту можно найти где-то в какой-то пещере вроде бы. Окей. Ну, просто... Строиться, это, конечно, весело, забавно, но не знать, что вообще происходит в этой игре, это, конечно, глупо. Да, то есть сегодня мы разведуем, а завтра занимаемся реально строительством офигенной базы, поэтому кстати, да. Как-то прикольно вот сделали, видишь, где мы к палаткам подошли, и там палатки, и сразу же на дереве были головы этих людей, которые в этих палатках да, были. Да, то есть походу они пришли, да, и зарубили их всех, вот эта атмосфера, конечно, классная. Чисто атмосферненько. Озеро какое-то. Это даже не озеро, это какая-то параша. Это водопад, это ручеё. Да, это водопад. Ну, маленький такой. Его вскатнуть нельзя туда? Кстати, смотри, подожди. А то карта другой... большая. Смотри, там другой берег. Серьезно? Да. А нельзя катнуть камень? На голову кому-нибудь? Ты куда? Туда пошел? Зачем? Я забрал ресурсы. Веревки там нужны для нас. Ты тут... Канистра. Чувак, тут очень много дропа. Ты стоишь вот у меня здесь, под ногами. Нет, я впереди, у тебя забагало что-то. А, ты вот теперь ты возле домиков стоишь, что-то бьешь. Боже, наконец-то, я уж подумал, что придется перезаходить, перезаписывать. О, вот это атмосферненько. Что там у тебя? Ну, типа ночь, полная ночь. Я с зажигалкой. Знаешь, что я еще сейчас лучше еще сделать? А? Сейчас тебе покажу. Подожди. Палаточку и сохраниться? Не-не-не, сейчас. Смотри. Вот это более атмосферно. А как ты это сделал? Это палка плюс веревка. О, нет, в смысле палка плюс тряпка. Палка плюс тряпка. А как ее поджечь? А, все. Ну, типа L, да-да-да-да. Бро, я вообще ничего не вижу, прикинь. А ей бить можно? Да, можно. Ей можно бить, да-да-да. По идее, а она... А что у меня есть зажигалка и палка? Я ничего не вижу, слышишь? Я тоже ни хера не вижу. Ты херню посоветовал? Бро, тебе не кажется, чем ближе к горам... Тем нам тем холоднее. Да. Тем холоднее, да. Но хотя это может быть ночь и вода тоже. Ну, а как нам согреться? Нам нужен костер где-то. А костер, по-моему, не греет. Ну, честно, если в него зайти, ну ты сгоришь. Блин, у меня так, нет еды, у тебя есть еда? У тебя нет мяска? Нет, ничего, у тебя? У меня один кусочек. Вот козел сейчас его скушает. Блин, нет у меня, да, больше ничего, чем что тебе поесть. Сейчас я, короче, пойду найду какое-то животное, зарублю его.
Да, вот именно тут найдешь ты животное, 100%. Я тебе говорю. Блин, я животное. Птицу нашел. Во, красава, заруби ее. Вот я пытаюсь. Где она? Подожди, это твоя тень. Где? Ты видишь, там что-то красное? Вон, впереди прям. Да. И что под это? Под деревьями, да? Да-да-да, что это такое? Это, походу, их этот лагерь. Интересно, погнали, сдохнем там. Ну, я ворвемся. Типа, ты понял? Либо это трава какая-то. Дратути, а ну тут... Или это, да, нет, это просто какая-то срань. Это какая-то, какие-то деревья красные. Чё, а может, это они их покрасили кровью? Вот это может, класс. Это кусты? Я не знаю, наверное, кусты, да. О. Дядька у нас справа. Дядька, сваливаем. Вот они, прям у меня. А у меня энергии не хватит. Бро, давай сделаем вид, что мы их не заметили просто. Вот, идем вперед. Ну, давай сделаем такой вид, он меня впритык ко мне в спине. Вижу, забей, мы их не видим, бежим. А наверх. Как у меня не хватит энергии? Мы тут одни, никого нет. Я сразу получил по лицу. Ты сразу упал, ты что, прикалываешься? Я сразу получил по лицу. Чувак, их ты много. Ты меня не поднимешь? Бро, их двое. Не успеешь, да, поднять? Слушай, я-то тебя успею поднять. Они тебя стоят, контролят просто. Придурки. Это звук этот меня очень сильно напрягает. Я не хочу играть в эту игру. Так, подожди. Лучше давай повыживаем в рафте. Стой, они просто контролят тебя, я не знаю, но я попробую. Я сразу получил опять. Побежали, я бро, бегу. Я тебя прикрою. Давай, я с полной энергией. В горы бежим? Да-да, в гору. Я получил. Живешь? Не знаю. Бежишь? Я слышу, как они сзади меня бегают. Я-то бегу, давай, да. Давай-давай, топи, дядька, топи. Бро, мы уже на льдах. Ну, красные деревья, это просто красные деревья, короче. Чувак, они заколебали, они прям сзади меня. Вижу. Но он один пока вот, который бежит. Ну, пофиг, давай там пойдем. Там был еще друг, да. Просто бежим наверх, погнали. Энергии нету. Энергии нету, да. Они отвязались. Отвязались? А, черт. Да хрен там, вон он по деревьям бегает, придурок. Слушай, иди лесом, мы тебя трогали, гниль. Иди лесом. Слышишь, он сейчас отхватит, отвечаю. Чувак, я отхватил. Два человека. Нет, дядька, это надо... О, бро, кабан! Какой нахрен кабан? Пусть они с кабаном дерутся. Ой-ой-ой-ой. Дядька, прыгай. Короче, надо просто манцевать. Говорили, что манцевать это не очень просто. Так, энергия заканчивается. Вообще моментально. Чувак, они какие-то бешеные, они под спидами. Беги, под спидами. Иди ко мне. Ща. Обходи, бро. У меня энергии нет, бегу. Бро, я тебя потерял. А вот я. Фух, вот вижу. Я. Там он с дерева спрыгнул. Он бро... Бидончик, поехали вот к горе, смотри, тут на гору зайти можно. Да, просто бежим на гору. Ну видишь, в лесах не так уж и легко. Не, ну, на... Но... бро. А? О, твою мать! Почему ты не сказал, что он тут? Я сказал бро. Какой бро? Чувак, давай соберем у него фонарь, погнали. Давай. Слышь, ты козел. Слушай, ну он нифига отхватывает на самом деле. Я с лука, ты с палки. Главное, чтобы друзья не пришли. Мансуя. Ой, лошара, фу. Нуб, фу, нуб. А, но мы с него еды не получим, это 100%. Да, кто-то уже поел в прошлой серии его еды. Я сдох, да, когда попробовал схавать его ногу. Идиот. Это была тупая идея. Это вообще что? О май гад. Что тут? Это обрыв типа? Нихера себе. У меня разные стрелы, у меня есть крутая стрела, есть голимая стрела, ты понял? Ага, бро, мы на краю обрыва. Да. Вот это опасненько. Блин, а день не хочет наступить чисто по приколу? Я походу... Походу нет. О, стой. Вот так, смотри. О, да. У нас нет еды. Еда прилетела. Сейчас, вертушечку ей. Давай, сейчас. Давай, киберспорт. Не трогай, не пугай их. Пока не улетели, ну. Хорош. А вторую. Давай. Юный фортнайтер, нифига себе. А? Ты понял? Ты кого на понт взял? Ты, собака. Так, костерчик. Собака, ты подзри... Ты посмотри, какой скилл! Ты что, опять убил с лука? Да, на лету. Я ему в лицо дал. Это моя, не трогай ее. Козел. Да хрен там, киберспорт. Киберспорт в деле, нервы на пределе. Чувак, ну смотри, мы с тобой зарубили 4 птицы за секунд 30. Слушай, и ты даже не сказал, какая ты скотаняка, красиво стреляешь. О, нас бегут, давай, поехали. Бро, где? Киберспорт. Вижу, все, понеслась, сейчас беру. Поехали, 2 на 2.
Гниль, куда бежишь? В лицо сейчас. Давай. Блин. Не. Ты куда что-то стрел можешь собирать, типа? Да, да, я всегда да, их собираю. Да. О, там еще один. Где? Впереди, вон, двое бегут. Так, а я ж про них и сказал. А, я видел только одного. Давай за ними проследуем, а они чё? Погнали. А чё они засали? Понеслась. Он тупой. Он просто пробежал мимо. Давай, чего. Вот этого. Давай, давай, вместе вообще. О, хорош. В голову. А? Что такое? Что такое, псы? Еще а один. Ты мои стрелы, да, забираешь? Давай. Еще давай, двое, погнали. Поехали. Что такое, собака? Опа, замансил. Опа, этого подрубили. Я не отпущу. Бро, подними. Только стрелы не поднимай. Ага. Да, да. Сейки. Ага, гнилосы. Просто гнилосы, да? Изичные. Ля, кабаняка, давай кабаняку зарубим. О, он кровавый, чувак. Мы его, походу, уже пинали. Опа. А да ну? Нет, это они его жухали, я тебе отвечаю. Да, мы его тоже били. Да ты косой. Да ты, я, ты ж стоишь перед ним. Кабан. Пока. Готово. Разделать шкурочку. Ля, замантила, ты видел, как замантила птица? Просто в другую сторону. Ля, а это ты ее убил? Да. Надо перья собирать. Да-да-да, они нам пригодятся. Сколько у тебя, кстати, перьев? А мясо ты взял? Перьев у меня... 11 штук. У меня 3. Мы тут надумали сделать тут вот домик. Либо на воде, либо что-то еще придумать. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вам понравится это место, то будем мутить домик именно тут. Да, ребят, если вы в комментах отпишетесь, ну, и, там лайкузик поставите, да, если, да, конечно, вам не взападло. И мы сделаем здесь дом. В следующей серии будем мутить здесь дом. Да, ну выглядит сейчас очень красиво. Сейчас пойдем еще вверху чекнем, что происходит вообще, какая у нас зона вокруг. Не, на самом деле, там реально можно сделать вокруг реки много чего интересного. Ну да. О, ты глянь, скотыняка, что я нашел. Иди сюда. Так, я топор захерачил. Ну, ты где? Посмотри, бегу. Где дом можно поставить. Еще место поинтересней. Ой, а ты можешь выключить рацию? А как я выключить? А, все, выключил. Йо. Смотри. Во, бро, тут еще куча дерева. Да. Видишь в центре островок маленький? Так я ж про него и говорю. А, да? Это была моя на идея. На острове, да. Да-да-да. Но, а, смотри. Как к нему? Зомбаки могут плавать, но они могут, смотри, они могут вот тут пройти, смотри. Они бегут как раз. Где? Вот, впереди нас. Блин, не, слушай, нас. Там, не там место было... Хотя тут тоже интересное место, я даже не знаю. Где? Но тут много мест подойти, ты понял? Да. Хотя вот это уже вплавь. Ну, мы можем, там по сути, по там оборонку поставить определенно. А камни можно как-то... Да. Блин, ну камни не расхерачить. Не, камни не расхерачишь. Ну, кстати, ну, место красивое, чисто визуально, не знаю. А ну, смотри, вот ты на углу стоишь, ну. Вот тут можно поставить дом, вот тут забор, и перед ним эти, ловушки. Ну, то все есть, ты понял, они, как они могут пропрыгать именно сюда? А, вот, смотри, вот они могут пройти. Угу, спокойно. Блин, ну тогда это место не самое идеальное. Ладно, будем смотреть. Да, ну в любой ситуации, мне кажется, мы найдем еще прикольные места, где можно что-то такое замутить. Так, оно что-то, по идее, должно набираться, но что-то ничего не набирается. Ну я не думаю, что оно прям так быстро наберется. Да? Ну я думаю, да. Давай подождем. По идее, она же должна сюда набираться. Ну, по идее, или да. Это чисто... Ну это не декорация. Не-не, это не декорация, не-не-не-не. Water collector, все, отлично, дождь закончился. Офигеть, мы просто, ребят, гляньте, сколько воды намутили, да. Пей не хочу. Rabbit Rage? Просто карты, вот эту всю фигню хочу найти. Ну а карта находится в какой-то пещере. О, типы бегут, типы на нас бегут. Вижу. Что, заберем его, гнил? Что, Датарин дал, кошам, я тебе базарю. Опа, сразу драпу дал, гнилой. Я их буду гнилыми называть. Опа, а что это у вас тут, хатынки, да? Где? Смотри, куда, давай за ним, да, он за корешами. Он, по идее, пошел в хату, да. Но у меня вообще нету энергии. Да, такая же тема, еле иду вообще. Так, опа, он пошел вниз. Вот тут, кстати, дом можно поставить, смотри, вот это очень красивое озеро. А, вот там прям посередине, да, на воде? Да, вот тут реально круто, они не подойдут мне. Короче, чуваки, пишите в комментариях, как вам лучше первое место, либо вот это огромное озеро. Мне кажется, вот это огромное. Да, я лично буду за второе озеро, да. Вот это красиво. Да, ребят,
Посмотрите, где... Ну, я вот тут бы выбрал. Я бы тут выбрал тоже, да. Слушай, давай... А, мы хибарку не поставим. Нам нужно хотя бы что-нибудь, где мы можем сохранить. Да, да, метку поставить. Блин, а может, давай маленький домик поставим тут реально? Маленький домик — это... Ну, вообще палаточку вот эту. Да, вот эту палаточку ставим, чтобы потом найти это место. Нужно, да. Нам нужно для нее палки. Опа, опа, бежит, бежит, бежит. Давай, давай. Вижу. Опа, это быстро, это быстро. Это мудила, да, очень сильная, которая... Чувак, он позвал друзей. Это плохо. Зарубил. Блин, энергии нет, нихера нет вообще. О, на мне! Прям на мне! Витька, ты где? Бегу. Я лук не могу взять. Бегу, бегу, отходи, прикрою. Нет энергии. Вот петух, на дерево. Смотри. Он на дерево полез. Да-да-да-да. Он на дереве? Капец, где он? Смотри, еще один вот стоит. Вижу, это сразу большой. Сразу в лицо. В голову. Я его сразу в лицо дал. Это типа ваншот идет, да, в голову? Походу. Капец, чувак. Я сразу в лицо пропулил. Слышь, а если мы его скинем с дерева, ну долго бить будем. А перепрыгивать он деревья не может с дерева на дерево? Не знаю. Ну прикинь, что упадет, просто дерево сломаю, он грохнется. Ну и, вот, и под деревом, Битька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мансуя. В лицо дал. Хорош. Отбил стрелу. Сразу в лицо. Убил. Хорош. Дерево упало. Олень, олень! На меня дерево! Где олень? Он стоит на месте, стоит на месте. Тихо, тихо, где? Вон впереди. Ну тут нет координат, не могу сказать. Но деревья между деревьев. Я его уже. А вон впереди. А, вот, все, увидел, давай, увидел. Давай, тихо, давай. Все, стой. Я стою на месте. Давай. Херачу. Сейчас. У нас есть тип. Бро, у нас есть тип. У меня энергии не хватает нормально выстрелить, ты понял? Угу. Хорош. Но я попал еще попал, раз. Попал, да. Сзади нас тип, давай его. Сзади нас, вот. Давай их зарубим реально. Блин, он убежал, он убежал. Блин, мы сейчас можем потерять место вот это, где мы да, были. Да, 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 нам надо кусты срочно лупить. Короче, давай херачим кусты. Давай, давай, давай. Сохраняемся, а потом, короче, смотрим дальше. По идее, должно хватить, я надеюсь. Так, ну стрелы у меня есть. Так, а как мне спуститься? Блин, ну место просто бомбезное, я тебе говорю. Да, очень кайфово, очень красивое. Три штучки не хватает. А тут еще, кстати, есть дерево, одно маленькое стоит. Можно, а, вон впереди, да, типа наверху. Да. Можно построить дом там, дом на воде, и типа, как я вот рассказывал, понял, да? Да. Переход. А слышишь, а если, а возможно ли протянуть с левого дерева на правое канат? Канат? О, еще можно поспать. Слушай, ну я предлагаю... На этом закончить, да? Да, закончить эту серию. Мы побегали, мы, правда, ничего не увидели. Мы не да, увидели чуваки, ну... новых мест. Хотя бы немножко посмотрели. Я предлагаю тогда как сделать. Ребята, проставляю сейчас лайкусик, пока мы рассказываем, да? Пока время есть, там буквально 2 секундочки. Мы ставим дом на воде и идем внутрь, туда, в логово этих аутов. Да. Ну и вообще насчет дома, чуваки, есть реальная идея построить дом на вот том левом дереве, на вот том правом дереве, на центре, и это все связать. И да, как-то связать. Ну, возможно ли, непонятно, но да, вообще можно. Да, ну не знаю. Вообще в теории возможно, есть, да. Есть, смотри, есть тема, фундамент. Угу. И вот он в воде ставится, смотри, я могу вытягивать прям вверх. Ну, допустим, вот, смотри. Ну, давай. Сейчас по приколу чисто. Видишь, я ставлю. Не вижу. Нет? Нет. Короче, можно огромный фундамент протянуть, ты понял? Огромный, тут можно прям... Ну, смотри, короче, дом на воде не проблема, да? Да, вообще не проблема. И можно это протянуть очень далеко. Так что, ребята, спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки. Да, друзья, поддержку. Не забудьте подписываться. И с вами был я. Сами знаете кто. Всем пока. И я. Сами знаете кто. Да, никто не знает ни тебя, ни меня, но тем не менее. Пока. В следующей серии увидимся. Всего хорошего. Пока.